Всем привет! Я вам говорил, что следующий ролик будет, скорее всего, с медной кровли, но получилось доехать до еще одного нашего объекта, который находится в Ленобласти. Вы знаете Виктора. Вот здесь вот ссылочка будет на тот ролик, где он делал кровлю в шашку. И также оставлю его в описании. Вот, так что вот приехал мне Виктор уже, ну когда, говорит, вы приедете, этот объект снимете. Я вот нашел время перед уездом, вот приехал, вот, и покажу этот объект. Так что, Витя, есть что добавить? Так получилось, что мы долго собирались его начать, этот объект, и... Ну, тут у плотников долго принимали работу, не все у них гладко клеилось для того, чтобы хорошо, качественно сделать обрешетку. Мы тут не принимали, там пирог смотрели. А потом получилось, что в один момент они его сделали, и мы достаточно быстро его закончили. И Сашка не успел приехать в тот момент, когда мы начинали, там подшиву согласовывали, там еще что-то. Вот узлы, потом, да, в отпуск все. Он уехал, потом в Карелии был, в Москву мотался, там согласовывал. И вот получилось, что время... конец объекта. Да. Да, 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 время. Я здесь еще... Сюда приезжал, когда здесь делали пирог, вот здесь можно было снимать еще по пирогу всякие узлы, как подготавливаться, да. Но времени нету ездить снимать, потому что работы очень много. И вот сейчас и Виктор в Москву уезжает, мы в Москву уезжаем на следующей неделе, так что времени на все не хватает. И вот выдался денек, где я ездил еще на один объект наш. Скорее всего, вы даже его и не увидите, Сестрорецкий, который, вот, и этот, решил по пути сюда заехать и снять. Так что, пойдемте посмотрим все вместе, кровля очень интересная, вот, вы видите на заднем виде, сзади нас шпиль, вот, с розой ветров и с флюгером, который как находится на Адмиралтействе, один в один. Вот, мы фотографию прикрепим и... Это один в один. Делал Виктор, сам изготавливал его. Сам вообще все сделал Виктор здесь со своей командой. Вот. Сделали очень хорошо, очень качественно. Ну, Виктор уже занимается сколько? 15 лет кровли? Сколько? С какого года? Да, 2004-2005. Вот. 16 лет. Так что тоже профессионал. Ну и что, пойдем посмотрим. Кровля немножечко затоптана, потому что здесь идут внутри штукатурные работы. Вот, естественно, все, вся пыль несется наверх. Ну, это рабочий момент. Так что так, пойдемте смотреть. Давайте начнем с гаража. Здесь вальмовая крыша. Декор лобовой, от стены желоб сделан. Подшива будет делаться потом, когда уже сделается фасад. Как будет делаться подшива, я вам сейчас покажу на большом доме. Там уже сделано. Воронки. Тоже собственное производство. Витя их сам делает. Ну, на баню мы не полезем на крышу. Вы увидите с дрона все. Я чуть позже поясню какие-то моменты. У нас идет погрузка. Так, и вот дом. Я не знаю, камера передает или не передает. Как там сделано. Но мы поднимемся поближе еще посмотрим. Значит, фасад еще будет обшиваться камнем. Каким еще не решили. И потом уже будет конечная планка стыковываться подшива и сам фасад. Ну и вешаться трубы. Вот. Пойдемте наверх. Значит, вот она подшива. Наверное, темно. Сделано вот так вот. Узкими картинами на Г-образный фалец. Здесь, когда сделается фасад,
А потом здесь будет вставляться еще планочка конечная. Такой же декор на объемную клиновидную рейку. И сейчас пойдем на крышу и же там посмотрим поближе. Давайте заострим внимание на окнах. Окна Велюкс. Они фасад, переходящий в кровлю. Ну и пойдемте дальше. Как вы могли заметить, у нас на всей кровле настенные желоба стоят. Снегозадержание над окнами Велюкс. Скажу сразу, что они везде будут стоять. И здесь, и здесь, и здесь. То есть в нужных местах, но позже. Вот. Значит, над окнами сделана разуклонка в обе стороны, чтобы вода быстрее уходила. И пойдемте дальше. Значит, на этом скате у нас лоток стоит за углом. Вода идет по желобу, перекатывается через вальму и в лоток. Соответственно, оттуда тоже идет сюда лоток. Объемные коньки. Значит, это газовая труба. Вот там, на этой трубе, потом вылезет каминная труба, свой колпак. Как раз таки здесь я могу вам наглядно показать, почему именно надо выводить трубу сквозь колпак и не закрывать его грибком или что-то еще. То есть вот так вот вышло, и больше ничем закрывать не надо. Обратите внимание вот на ту крышу. Видите, там за трубой черная. Это все копоть. Поднимается с камина, ударяется тот колпак. И, соответственно, вся копоть от конденсата, от всего, она потом идет, капает на крышу и стекает вниз. И крыша вся черная. Вот. Так что, еще раз скажу, что колпак над дымовой трубой, над газовой ставить не рекомендуется. Если вы скажете, там дождь, осадки, они там будут малозначительные вообще. И никак не будут влиять на какие-то потечки, свою трубу в дом. Вот, вот так вот сделать будет правильно. Вот так вот сам эффект от этого от колпака закрытого камина вы можете наблюдать, что будет. Это не важно, какая кровля. Металлическая, мягкая, любая. Будет то же самое. Копоть будет под трубой до самого низа. Далее. Коньки. Вот эти вот вентилируемые. На шпиле, где шпиль место, дождик начался. Они не вентилируемые. Мансардные окна. Повторюсь, что когда вы покупаете мансардные окна для фальцевой кровли, то которые идут в наборе у них оклады, юбка так называемая, ее покупать не надо. То есть кровельщики сами из того же металла, который делается кровля, делают обход трубы. Это намного красивее и лучше. А так бы оклад был бы серый и был бы нахлёст.
Вот, а фальцевые кровли, нахлёсты, то есть такие не предусмотрены, не рекомендуются. Да и фальцевые технологии намного лучше, чем он заводской. Значит, далее. Ендова. Здесь любят архитекторы поставить, естественно, трубу куда-нибудь в Ендову. Вот здесь вот так вот обошли. Соответственно, сказать по водосточной системе. Вот у нас верхняя точка. Идет вода на ту крышу, на тот скат, и сливается тот лоток. Также и здесь. Отсюда, туда, и тут лоток. Колпаки. Колпаки, как вы заметили уже в последних роликах, у нас идут такие трапеции. Что правильно? Ну как правильно, то есть можно вот эти вот решетки делать вровень, но верхний, сама крышка, должна выпирать как минимум на 40 миллиметров от этой жалюзи, скажем так, да? Потому что если будет конденсат, он будет стекать, и зимой, допустим, будет капать. Если он будет наравне, он будет скапывать на, по этим решеткам, и будет обледенение полностью колпака. Поэтому надо, чтобы капля отрыва была за этими жалюзями. Это очень, скажем так, серьезно, и надо к этому очень серьезно относиться. Дождик идет, ветер сильный, но надо снимать. Значит, здесь такое место. Вот. Картины положены, и скат сделан в сторону крыши на 3 градуса, чтобы вода стекала на крышу, а ни в коем случае не наоборот, в ту сторону. Здесь все сделано на двойной стоячий фальц. Как-то вот так вот. На этом скате 3 мансардных окна. Пойдемте дальше. Здесь мансардное окно. Лоток в этом месте находится на углу. По той простой причине, что внизу еще будет заливаться балкон. Так бы лоток поставили где-нибудь вот здесь вот. Вот. И чтобы ну, труба слива не приходила на балкон, отвели ее в угол. Вот получается, что вода отсюда, и сюда переливается и льется туда. Вот. Здесь труба, здесь получается сделана. Секундочку, телефон. Звонил Дениска. Я сказал, что ее меня, когда я снимаю. Вот. А здесь в этой трубе вентиляция. Здесь идет забор воздуха, вентиляцию. Нет, наоборот, по-моему, отсюда забор происходит сверху, отсюда выход. А вот. Приточная вытяжная вентиляция сделана таким образом. Здесь индовая подводка на планку. Как это делается, есть на канале. Подводка в двух способах. Очень ранний ролик, и есть еще подводка на двойной стоячий фальц. Это вы можете посмотреть на канале, там во вкладке видео найти. Здесь сделано тоже мансардное окно, а здесь будет выход на крышу для обслуживания кровли. Вот. И пойдемте к нашему шпилю. Здесь подводка сделана на двойной лежачий фальц. В обе стороны. Вот с этого ската и с этого ската. И вот наш шпиль. Барабан и шпиль. Сделано вот таким образом. Здесь вода. Получается, что вот верхняя точка с этой стороны бежит
вот так вот и сливается туда. Соответственно, дальше идет в тот лоток угловой. С этой стороны в ту сторону и тот скат и тот лоток, который здесь находится ниже. Ну вот, ребят, как-то вот так вот. Я уже почти промок. По гаражу, она, ну, как сказал выше, что вальмовая, шатровая, не особо сложная. Вот таких крыш мы сделали много. Вот, и что хочется сказать по поводу, еще раз скажу, снегозадержаний. Вы спросите, наверное, в любом случае, почему снежки стоят только здесь и здесь, также на гараже стоят только на этом скате. Они все поставятся, ну, чуть позже. То есть они будут стоять такие маленькие везде здесь. Вот. Там будет стоять, там, возможно, будет стоять. Ну, и везде, где нужно, они будут стоять. Вот. Как-то вот так вот. Надеюсь, я все показал, о всем рассказал. Если будут у вас вопросы, говорите, пишите. А на этом мы заканчиваем. Вот, до скорых встреч. И, скорее всего, уже с Москвы. Есть исторический объект, он небольшой, там барбекю. Там не особо интересно. Вот. Обычная двускатная кровля на одной крыше, на одном скате. Там на стене желоб такой же, а на другом скате встроенный. Там уже кровля на 95% готова. Там осталось обшить вот так вот трубы и поставить колпаки. Ну, фотографии будут. То есть в Инстаграме Фальцмастер. Вот. Фотографии оттуда будут, конечно же. И видео, ну, смысла снимать ролик в видео, я думаю, не стоит. Потому что, ну, там нечего снимать, нечего показывать такого серьезного. Как-то вот так. Все, всем пока. И полетели.